Уже с утра в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома немало людей. Каждый из них – многодетный родитель. В семье зачастую сразу несколько школьников. Скоро начало учебного года, и материальная помощь, выделяемая государством, будет хорошим подспорьем. Ежегодно наше управление выплачивает единовременно материальную помощь к новому учебному году. Это как предусмотрено под программой «Семья и детство», программой «Демографическая безопасность здоровья народа». На сегодняшний день у нас уже 60% семей, а это более 3000 заявлений, 3200 уже принято, и 2860 семей у нас уже получили эту помощь. В нашей семье четверо детей, старшая дочь учится в колледже музыкальном, а в этом году у нас трое школьников, вот первоклашка в том числе. Здесь получали помощь, подавали документы, точнее, для того, чтобы ее получить. И в этом году прям очень сильно порадовало обслуживание специалистами данного учреждения. Качественно, доброжелательно, все пояснили, разъяснили. Для получения помощи необходимо написать заявление. К нему прилагается документ, удостоверяющий личность, справка о месте жительства и составе семьи, оригиналы копии удостоверения многодетной семьи, а также счет Беларусьбанке, на который будут перечислены деньги. В этом году сумма на каждого школьника составит 70 белорусских рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.